проигрыватель виниловых пластинок Denon DP30L. Очень редкая модель. Вообще не встречал таких. Вот такая ко мне приехала. Из республики Япония. Разбирался, разбирался с ним, так и не понял, что тут написано. Автоматика PM Lift, Direct Drive, ну это понятно. Причем есть рекорд плеер, но это они любят написать. Япошки они такие. Значит, ну, Direct Drive это понятно, прямой привод. Автоматик Lift, это как бы 33 нажимаешь, она опускается. Стоп, она поднимается. Вот такой автоматик Lift. Дебилизм, конечно, но им виднее, этим японо-мацким инженерам. Значит, что на борту имеет кнопочка? On-off, включение 33-45 с светоиндикаторами такими. Значит, speed control, регулятор по стробоскопу. Обороты, кстати, держит великолепно. Это своего рода фономотор, не своего рода, а есть фономотор. Значит, что тонар у него S-образный, не очень сложный и очень надежный. Антискейтинг пружинного типа, головочки SME типа с байонет разъемами. Состояние великолепное, значит, тяжелый. Вот что в нем тяжелого, это вообще ужас какой-то, килограмм 14,5. Что они тут пихнули, я понятия не имею. Может быть, свинца там. Ножки регулируемые, шикарные. Значит, петли в идеале все. Родной фонокабель стоковый с землей. Значит, и документики есть на него. Вот они, японские, японо-мацкие. Denon DP30L. Вот сейчас мы его будем пытать. Покуда я с ним разбирался. Ну, вот так вот. Красавчик. Ставим мы на него пластиночку. Это я уже снял. Вот. Снимаем защитное колечко. Вводим на первый трек. Вот. Все, больше ничего нет. Никаких рычажков, ничего нет. Никаких кнопок, шмопок. Вот нажимаю 33. Жик. Микролифт пошел. Вот. Оборотики стоят железно. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Крышечка без сколов, без трещин, без царапин. Еще аппарат красивый. Такого цвета мышиного. Состояние на самом деле отличное. Вот такой вот у него серийный номер. Комплектоваться будет новым понижающим трансформатором вот такого типа, вот на 50 ватт, и новым шеллом с абсолютно новой иглой AT91. Можно, значит, я так понял, ручного управления перевести вот так вот. Ой, у кого ручки не дрожат, у меня дрожат. Значит, надо сделать по-другому. Вот так вот. Стоп, он поднимает его. Перевести сюда. И нажать опять 33. Вот такой у него микролифт. Ядрёная ложь. Это я кручу. Верчу, запутать хочу. Великолепно, великолепно держит обороты.
Stasera na luna. Петли держит. Железные. Да, и самое хорошее, что в нем есть, значит, вот мы опять тик-трик-трик-пипык, тик-трик-трик-пипык. В конце он поднимает тонар и останавливает диск. Красота, да и только. Интересная, интересная модель. Ни разу не встречалась. Наверное, больше не встретится. С виду такой легенький, но на самом деле, я говорю, килограмм 14,5. Ужас, ужас, какой тяжелый. Компания «Деловая линия» за него сняла чуть не 2 косаря с Владивостока. Про это я и говорил. Сейчас будет чудо. О, чудо свершилось. Он поднял тонар и остановил фономотор. Наша задача какая? Вот так вот отвести, закрыть и отключить. Снять пластиночку, положить ее в чехольчик. Надеть потом ни одной рукой неудобно. Вот такой вот аппарат. Очень хорошенький. Еще раз говорю, полный привод. Не привод, а привод. Прямой привод. Вот, на все колеса. Вот, чудный ящик. На этом все.